Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим об очень красивом пляже Ниссе Бич. Ниссе Бич – это песчаный пляж средних размеров. Его длина составляет 600 метров, ширина в среднем 30 метров. Свою популярность он приобрел благодаря белому песочку и мелкому дну, а еще он находится в бухте, где практически никогда нет волн. Благодаря этому вода здесь всегда теплее, чем в среднем по Кипру. Стоимость лежаков и зонтов стандартная – 2,5 евро за каждый лежак и за зонт. Место считается престижным, поэтому отели, которые располагаются рядом, довольно дорогие. Ниссе Бич находится на отшибе от центра Айнапы, и снимать номер в отеле здесь имеет смысл любителям тусоваться на пляже и никуда не ходить. Пляж больше подойдет для молодежи и любителей вечеринок. Здесь каждый день играет громкая клубная музыка, а три раза в неделю проходят пенные вечеринки. В сезон на пляже, но очень много народа. Для того, чтобы сюда добраться из других отелей, можно воспользоваться общественным транспортом. Например, автобусом номер 102, если вы едете из Протараса или из центра Айнапы. Есть и другие маршруты, о них вы можете почитать в нашей статье на сайте, ссылка на статью есть под видео. Обратите внимание, какая красивая вода за счет дна. А это местная достопримечательность – остров, до которого легко дойти пешком. С обратной стороны острова особо отчаянные отдыхающие ныряют в воду.